killing everyone! Oh my god! Oh my god! Если когда я запускаю предмет из-под топлива, она резко умирает, значит, где-то в районе головы у нее уязвимое место. Можно из пистолета, наверное, это сделать. Почему у меня это не получается? Погибла. Так, подлечилась. Что там еще в меня плюется, не понимая? Как же много патронов я на нее потратила, практически все. Короче, после долгих исследований по поводу этой твари могу вам сказать, как ее убивать. Все щупальца отстреливайте и ту щупальцу, которая внутри. Да? И далее уже нужно ее добивать голову. Либо простой способ, если поблизости есть баллон. Я не знаю, почему именно им, другим предметом не получалось. Возможно, это из-за резкости броска зависит. Два раза я убила баллоном из-под топлива. Резко запускаете область головы, она сразу погибает. Выпадает какая-то вещь. Если вам поможет, то вот, пожалуйста. Мой совет вам. Либо можете потратить все патроны, потому что она очень живучая. Все щупальца отстрелить. Еще нужно успевать отстреливать щупальца, которые из брюха у нее выползает, и дальше уже голову подстреливать. Смотрите, все патроны потрачены. В ближнем бою не вариант с ней справляться, потому что вы к ней не подойдете, она вам голову оторвет. В восточной теплице обнаружена растительная аномалия. Левиафан. Ну, мы к этой растительной аномалии идем, а у нас патронов нету. Ну, все благодаря тому существу, но это сделано специально, чтобы я сейчас не смогла пройти эту левиафану сраного. Если мы здесь патронов больше не найдем, то я не знаю, что делать с этим. Туда. Ну, давайте берем патрон. Что-то даже нам разрешают здесь собрать. Опасная аномалия. Активирован режим карантина. Импульсные заряды. Режим карантина. Очки. Растительная аномалия. Но это явно не левиафан. Я не знаю, что это такое. И кредиты, да. Ой-ой-ой-ой. Трелесное создание гонится за нами. Ой, я застряла. Так, еще одна куколка осталась. Она где-то вот здесь поблизости. Но пока я не расправлюсь с этим... Чистота бесполезна, конечно. Аптечки нету.
Айзек был обречен. В спину ему нужно стрелять. С таким мы уже сталкивались, да? Ну как же мне его в спину стрелять? Да. Сейчас попробую его заморозить и с другой стороны обойти. Сразу же опасная аномалия. Активирован режим карантина. Даже подлечились, как только, блин, начинаю говорить, это баба начинает Сколько можно, да? Ну это куда уже? Это беспредел просто. Столько раз я в него попала. Вот это когда переходит границу, в сложности это мне подбегает, конечно. Ну а что я могу сделать с ним? Ну все, без толку. Патронов нет, что я могу сделать с этим? А нет, есть. Что-то не закрылся-то. Так, я его убила, но у меня жизни нет, так что я не удивлюсь, что сейчас мне не дадут сохраниться. И появится сейчас какое-то еще одно существо. Не могу попасть. Карантин снят. Дальше нужно идти туда. Было его немного.
Так, еще остались. Так, вот здесь у меня есть патроны теперь. Нет, вот здесь вот. В импульсной винтовке есть патроны. Так, с другой стороны вышли. Куда теперь? А как нам попасть к этому существу? Оно за стеклом внизу, поэтому я не могла пробить, попасть к нему. Очень странно. Там снизу, что ли, проход? Где-то. Так, вот здесь есть запасы для нас. О-оу. Что такое было? Сама себя подзорвала, и запасов ничего нету, да. Так, сначала дайте мне подлечиться. Отсек гидропоники, доктор Кросс, запись. Что-то нанесло сильный удар по корпусу в районе продовольственного склада. Это не астероид, не тот звук. Не знаю, что-то большое и массивное. Я сообщу, когда выясню больше. Так, вот запас отлетел. Сейчас я его поближе сюда к нам. Лезвие для трубореза куда-то отбросило. Я взорвала это... топливо для огнемета. Понятно, почему мы убивали ту тварь, когда бросали ее. Там не пустой баллон, там топливо есть. Так, а почему мы не можем зайти сюда или туда? Тут, в общем-то, есть доступ. Можно подзаправиться, может, чем-то. Так, мы здесь можем сохраниться. Силовой узел. А на обратном пути в магазин зайдем. Да, здесь сохраняемся. Так, сохраняемся. А с той стороны что? Да, здесь что-то есть для нас. Золотой и червь. Блин, куда-то я не туда поехала. Черт. Что происходит? Нет. Ну, он нас все равно добил. Я-то думала, что все. Мы остались живы. Но я успел сохраниться, значит, нам туда не нужно идти. Мне кажется, когда мы убьем вот этих вот разносчиц заразы, этих куколок, то двери все будут заблокированы, кроме той, которая ведет через этого червя. Поэтому я возвращаюсь обратно. У меня задание-то это еще не выполнено. Еще троих куколок нужно уничтожить. Так там их было больше. Там просто список такой длинный, что я вниз не полеснула. Ну ладно. Выше так выше. Значит, на третий уровень. Делаем все по порядку, как у нас здесь написано. Блин, ну этот червь, конечно, здесь хорошо живет. Это куколка. Убили, они безобидные, они только газ здесь распыляют. Создают атмосферу благоприятную для этих существ. Они дышат этим воздухом. Это как раз, наверное, на ихней планете такой же воздух. Для нас он ядовит, а для них как раз самое то. Теперь на первый этаж? Или куда? Да, все правильно.
теперь мы можем убить замена последнюю. Питающей цистерны. Так, вот для нас патрончики, а это аптечка. Тут она за стеклом, что ли? Я не понимаю. Замена питающей цистерны. А, вот оно как делается. Так, убили. Как она туда залезла, вообще непонятно. Так, все двери у нас открыты. Ну, идти нужно через лифт. Но я все равно сюда зайду и... Сейчас посмотрю, что я здесь пропустила. Так, здесь я убивала. Стазисом я практически не пользовалась. Мы можем подзаправиться еще немного. Так всегда, чуть-чуть подзаправишься. Больше, кстати, я пропустила, когда сражалась с этим монстром. Тут еще были припасы. Ну, немного, но... Иногда и 6 патронов может спасти вам жизнь. Так, вот здесь есть запасы тоже какие-то. Ой! Ой, это сюрприз. Я думала, что в этих коробках может быть только что-то полезное, оказывается. Нет. Может быть и бесполезное. Да, я что-то очень вздрогнула, испугалась. Так, сейчас отправляемся наверх. Там через того червя нужно идти. Сохраняюсь. И, наверное... Не знаю, продолжим через пару минут, либо позже буду играть, немножко устала. Так. Одна ядовитая куколка, и, видимо, нужно пройти через тот коридор, где у нас живет тот червь. Оказывается, прицелиться из импульсной или лазерной винтовки плазменного резака намного сложнее, чем из труборезки. Я жаловалась, что из труборезки не могу попасть по этому желтому пузырю, но из оружия еще сложнее. Так. Куда же мы идем? Почему ты мне показываешь ниже? Почему ты мне показываешь, что нужно идти на второй уровень? Так, погоди. А, тут дверь открылась. Я разве здесь не была? А у меня здесь была. А, ну да, но мы же сохранялись. Очень долгое задание, да. Все, перезаписываю и продолжаю чуть позже. Что спасибо за просмотр, оставляйте комментарии, пожалуйста. Напишите, какие вы игры хотели бы в прохождениях. Я посмотрю. Если я сама хотела бы эту игру пройти, то я ее запишу. Вот, пишите просто комментарии, свои мысли, свои вопросы. Всем до встречи, всем пока.